Нет, ну Алиев выглядит абсолютным победителем, который 30 лет готовился к войне, ну, там он у власти чуть меньше, и который решил поставленную задачу, бесспорно. И, конечно, в прямом противостоянии с Пашиняном он его уничтожил. Он просто уничтожил Пашиняна. Он выглядел профессиональней, точнее. То есть он выглядел президентом, а Пашинян выглядел плохим танцором. Зачем ты устраиваешь гастроли в Шуши? Я думаю, тут... Вообще, как можно сравнивать Алиева и Пашиняна? Как можно сравнивать этих людей? Ни по образованию, ни по опыту, ни по государственному мышлению. Это вообще несравнимые вещи. И Алиев сделал то, что до него не сделал ни один человек в Азербайджане. Ну, всю историю Азербайджана. Он, не отковыривая, он своими силами решил одну из национальных проблем Азербайджана с их точки зрения. Никому этого не удавалось, ни до него, ничего.